Сегодня 23 февраля 2018 года. Праздник День защитника Отечества. Я Филипп Романов, правнук двух ветеранов УВН, Великой Отечественной и Советско-Японской. Я являюсь астрономом-любителем, первооткрывателем 38 переменных звезд. Сегодня год и месяц со дня начала моих вынужденных скитаний по чужим углам. Поскольку 23 января 2017 года я был вынужден уйти из своего единственного жилья, комнаты в коммунальной квартире по адресу город Москва, улица Кошкина, дом 19, корпус 1, квартира 210. Я был вынужден покинуть данную коммунальную квартиру из-за преступлений в отношении меня, жильцами и гостями соседней комнаты. Я был вынужден поставить на продажу данную комнату, поскольку, не продав ее, я не смогу себе купить другое жилье, безопасное для моих здоровья и жизни. Преступления в отношении меня остаются до сих пор безнаказанными, несмотря на мои многочисленные заявления должностным лицам. А предпродажным показом моей комнаты жильцы и гости комнаты соседней препятствуют. У меня имеются хронические заболевания, порок сердца, бронхиальная астма, заболевания крови и суставов. Но я уже измучен с вынужденными скитаниями из-за невозможности беспрепятственно и безопасно жить в своем единственном жилье и продать его, а также из-за невозможности заниматься наблюдательной астрономией, поскольку мой телескоп остался в данной коммунальной квартире, в моей комнате. Я прошу руководство какого-либо предприятия или организации помочь мне, прошу выкупить мою комнату в коммунальной квартире, чтобы я мог заниматься наблюдательной астрономией, заниматься наукой астрономии в своем другом жилье, которое я куплю после продажи своей комнаты, чтобы я мог приносить пользу науке России и совершать новые астрономические открытия.